Я хочу рассказать зрителям о всех этапах создания кухни. Добро пожаловать в Минск Мир, микрорайон, где начинается наша захватывающая история. Среди мерцающих небоскребов и уютных домов мы направляемся в квартиру, расположенную в уникальном здании, гордо носящим имя Пекин. Нас встречают улыбающиеся хозяева, прекрасная пара. Их радость от нашего прихода отражается в их глазах. Они с энтузиазмом делятся своими идеями, рассказывают о своих предпочтениях в дизайне, включая место для велосипедов в кладовке слева. Я предлагаю им рассмотреть возможность расширения дверного проема и установки двери без ручки, чтобы избежать ненужных препятствий для рукавов или сумок. С помощью точных инструментов, таких как рулетка и лазерный уровень, мы тщательно измеряем каждый угол и деталь, стремясь создать идеальное пространство для наших клиентов. Каждая линия под 90 градусов – это не просто геометрия, это основа надежности и эстетики. Вид из окна поражает воображение, особенно забавляет наличие антенны для сотовой связи и интернета. Ирония в том, что несмотря на наличие антенны, интернета почти нет. Может быть, кто-то из вас может объяснить эту загадку, поделитесь. После замеров мы сделаем несколько фотографий и снимаем короткое видео, чтобы сохранить воспоминания о этом заказе. Это начало нашего путешествия в мир дизайна архитектуры. Мы рады, что вы с нами. Второй этап нашего путешествия – это детализация. Это время, когда мы учитываем все мелочи и нюансы, выявленные в ходе измерений. Все эти данные мы аккуратно переносим на бумагу, а затем вносим коррективы в 3D-модель, созданную в программе SketchUp. Кстати, они мне за рекламу не платят. Следующий шаг – это просмотр модели в рентгеновском режиме и поочередное открытие всех фасадов. Это помогает нам понять эргономику и функциональность пространства. Затем мы делаем видео и фотоснимки и отправляем их заказчику через популярные мессенджеры, такие как Viber или Telegram. Интересно, что когда клиенты предлагают идеи, которые оказываются более продуманными и эффективными, чем мои собственные, я всегда рад принять их. Важно не только визуализировать изделие, но и показать его технологические аспекты без фасадов или в полупрозрачном режиме, в динамическом состоянии открытия и закрытия. Это своего рода игра, которая помогает нам понять, как сделать пространство наиболее удобным и функциональным. В конце концов, цель дизайна архитектуры не только наполнить нашу жизнь красивыми формами и красками, но и сделать пространство более удобным и функциональным. Именно в этот момент, когда мы видим нашу работу в действии, мы осознаем, что мы действительно создаем что-то особенное. Третий этап нашей истории – это согласование размеров, модулей, кухни и осуществление расчетов. Я приступил к этому заданию с полной ответственностью, чтобы обеспечить лучший результат для молодой пары, заказавшей кухню. Сначала я внес необходимые размеры модулей в модель кухни. Это позволило мне визуализировать проект и точно определить каждый модуль. Чтобы держать все данные перед глазами, я составил подробную таблицу с материалами, указав их вид, размеры и цвет. После тщательной проверки я отправил эту таблицу в интернет-чат, чтобы молодая пара могла ознакомиться с ней. Когда получил согласие заказчиков, я приступил к расчету деталей в программе Excel и созданию эскизов для производства. Затем я отправил готовую документацию с эскизами и таблицами в цех. Там наши опытные мастера занимались раскроем и упаковкой деталей с большой тщательностью. Одновременно с этим я начал рассылать заявки разным поставщикам фурнитуры, производителям фасадов, цехам обработки стекла, а также мастерским, специализирующимся с компактами и другими столешницами. Заранее я забронировал и заказал необходимый материал у этих поставщиков. Это была долгая, ответственная часть работы.
которая требовала моего внимания и богатого опыта. Таким образом, я уделял все свое внимание деталям проекта, обеспечивая каждый шаг с максимальной точностью и заботой. Четвертый этап представлял собой тщательное перемещение и загрузку деталей на производстве в цеху, а затем доставку их по адресу микрорайон Минск-Мир, в доме под названием Пекин. Конечно, вначале мы столкнулись с небольшой очередью в грузовом лифте, но, к счастью, она быстро рассосалась. После выбора площадки для размещения материалов, фурнитуры, фасадов, крепежных элементов и стекол, мы приступили к работе. Несмотря на то, что пол, потолок и углы не были идеальными, мы были готовы к этому с самого начала процесса замера. В ходе монтажа мы находили более лучшие решения и немного модифицировали изначальный дизайн в пользу качества, а не простоты выполнения. Например, при монтаже открытых стеллажей мы решили использовать клей, чтобы избежать видимости крепежных элементов и достичь более эстетичного вида. Единственным недостатком такого подхода была несъемность конструкции, но мы считали это несущественный недостаток. Мы оперативно передавали оптимизированную информацию на производство, и сотрудники быстро и качественно изготовляли новые детали с учетом внесенных изменений в размеры. Было много подгонок и дополнительных работ, так как установка подсветки, мебели, встраивание вентиляционных каналов, обшивка вентиляционного канала внутри шкафа, создание отверстий для проводов и розеток. Обычно при проектировании мебели я предоставляю схемы расположения розеток, подвода воды и канализации, а также указываю необходимые покрытия пола, стен и потолка, включая плитку, если это требуется клиенту. Но здесь разводка уже была по электрике, так как она была указана в архитектурном проекте, и строители уже ее выполнили, ну, то есть до моего прихода. Иногда по просьбе клиента я осматриваю ход выполнения работ строительных и проверяю их результаты, особенно по укладке плитки и розеткам. Ну, это как бы мой бонус при заказе мебели. Заказчики время от времени посещали рабочий объект вечером после работы, чтобы наблюдать за промежуточными этапами и вносить коррективы. Например, включая устанавливая рамки для электрики. Это было приятно, поскольку промежуточный контроль как бы очень полезен для хода работ, ну, чтобы, знаете, в конце не было вот этих давайте делаем так, давайте так, а чтобы это или это сделать так, то надо разобрать половину кухни. И наконец наступило время приемки работы. Пятый этап наступил, когда все было готово. Однако появились некоторые дополнительные пожелания по доработке некоторых шкафов, высказанные заказчиками. Особенно Анна попросила добавить подсветку в навесную витрину. Для этого нам пришлось снять все навесные шкафы и внести изменения по проводу. Ну, изменения в проводку. Хотя это потребовало больших дополнительных усилий и почти 6 часов работы. Мы были готовы выполнить эту доработку, учитывая, что заказчик платил ее. Главное для нас оправдать ожидания и пожелания наших клиентов, ведь их удовлетворение является приоритетом. Мы стремимся к тому, чтобы каждый элемент мебели соответствовал потребностям и вкусам наших клиентов. Разумеется, дополнительные запросы и изменения в процессе работы могут возникать, и мы всегда готовы адаптироваться и внести необходимые изменения, чтобы обеспечить максимальное удовлетворение заказчиков. Большое спасибо за то, что уделили время и досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, всех люблю, пока.
Всем привет! Приветствую вас на своем канале Алексея Александрова «Мебель и интерьер». Представляю вашему вниманию квартиру-студию в доме микрорайон Минск-Мир. Дом называется «Пекин». Вот такая шикарная квартира-студия, которую мы реализовали по чудесному дизайн-проекту. Значит, в этот комплекс мебельный входит витрина двух сторон, то есть получается открытие от нажатия, вертикальная подсветка, древоподобные витрины и вот такой вот стеллаж, который сделан со скрытым креплением, то есть нигде никаких, заметьте, нигде никаких ни наклеечек нету, ни заглушечек, то есть он полностью весь склеен. Причем склеен четко в размер. Вот. Несмотря на то, что стены не идеальные, но, как вы видите, у нас все получилось идеально. Ну, практически идеально. Насколько это было возможно идеально, так скажем. Вот представляю вашему вниманию кухню, которая изготовлена. Тут целый ряд разных материалов. Тут и эггер ламинат, и наш любимый компакт 12 мм толщиной. Кухня, нижняя база 900. Открывание голо, профиль. Значит, вот эти фасады вот так открываются. Кто не знает, могу показать. То есть вот с этого C-профиля он как бы двухсторонний считается. Можно и так открывать фасады, и так. Судомоечка, как же без нее. Кстати, Electrolux, вообще шикарная фирма, обожаю Electrolux. Electrolux ничего не платит, вот, но я ее все равно люблю, эту фирму. Значит, здесь вот у нас еще витринка такая открыта. Подъемник не стали ставить, потому что, ну, как бы он испортит тут всю картину. Если вы не согласны, напишите в комментариях. Вот, просто подъемник любой, там, блюм, неважно, он все равно будет такая палка стоять, ну, как бы не хотелось бы. Тем более здесь такая небольшая полочка, поэтому решили вот таким образом реализовать. Здесь у нас полочки, тоже на типонах. А здесь у нас такая... Сушка. Вот. И в верхних базах у нас тоже голопрофиль для верхних шкафов. То есть здесь такая как бы нишка, и он закрывает эту нишу. Ну, сушки, как обычно, у нас практически все сушки с нержавейки, мы их любим. И вот здесь вашему вниманию можно посмотреть еще такой стеллаж тоже. Весь склеен, то есть на шкантах, на клею, то есть нигде никаких, поскольку это открытые полки, открытый стеллаж, то есть нигде никаких креплений здесь не видно, то есть полностью невидимые, на невидимых креплениях. Вот холодильник, поскольку, вот смотрите, холодильник вот так вот открывать неудобно, соответственно, холодильник должен открываться только так. Вот достали, сюда положили, достали, положили, или наоборот сюда сложили. Сюда, эргономично, классно. Да, ну как бы вот такой вот момент. Значит, здесь голо вертикальное. Здесь у нас морозилочка. И, значит, кухня у нас вот так вот переходит в прихожую. То есть отделка стен выполнена из ламината эггер. То есть вот такими панелями. Как будто бы это шкаф, но по факту это не шкаф. Это такая как бы декорация. И здесь у нас вот такой как вход в шкаф, вход в гардеробную. Довольно популярная в последнее время. Решение такое.
Вот, и вход вот так вот открывается, открывается практически на 180, чтобы сюда можно было велосипед так раз и закатил, раз выкатил. Гардеробную там еще пока в будущем будет изготовлена, пока она не изготовлена, пока только вот сделан это и вход, как бы. Ну, это вот стеллаж наш, еще раз можем на него полюбоваться. Слегка он притоплен чуть-чуть, потому что стеночки не супер ровно тут сводятся, поэтому слегка притопили, это гораздо лучше смотрится, чем если бы он слегка торчал. Согласитесь, если как бы есть возражения, всегда можно подискутировать в комментариях. Итак, давно знаю, давно от меня никаких видео не было. И как бы находился в таком творческом поиске, в каких-то идеях, накапливал материалы. Вот, интересные материалы, скоро вы их увидите на канале, их будет много. Значит, и загородная мебель, и городская, и маленькие проекты, и большие, то есть разноплановые вещи. Вот, поэтому скоро все увидите, скоро все узнаете, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать. А вам я всем желаю удачи, успехов, и если кому-то нужна совет, консультация, жду или в комментариях, или есть мой номер в описании, можно позвонить, прийти, рассчитать какую-то мебель и, возможно, и заказать даже. Всем пока!